Всем привет, с вами Кира Котова. Сегодня обсудим, кем же была Нурбану для Хюрем, почему она называла ее мамой, попала она в гарем как рабыня или чья-то протеже. Обязательно досмотрите видео до конца, вас ждет интересный момент из великолепного века. Нурбану Султан попала в гарем в возрасте 12 лет. Многие утверждают, что она из знатного рода Бафа. Получается, что Нурбану, она же Сесилия, была принцессой, только незаконно рожденной. Есть несколько предположений, как она могла попасть в гарем. Ее купили как рабыню, и ее могли специально отдать в гарем. Историки допускают этот вариант, так как девушку сразу взяла под крыло Хюрем и начала ее обучать и готовить для своего сына. Так как Сесилия была принцессой незаконно рожденной, то ее могли отдать в гарем для того, чтобы скрыть позор семьи и обеспечить тем самым достойное существование. Обычная рабыня не могла похвастаться такими привилегиями. Сейчас мы рассмотрим первую версию. Когда девушка попала в гарем, кроме обычного образования, она получала дополнительное. Хюрем знала, что она станет фавориткой для ее сына, поэтому Нурбану знала хорошо язык, письмо и была очень умной девушкой. Все, что имела Нурбану, дала ей Хюрем. Она была благодарна ей. Это свидетельствует дневник Нурбану того времени. Она называла Хюрем мамой или матушкой. Вскоре Нурбану стала фавориткой Селима. Именно султанша помогла завоевать и удержать ее сына. Есть несколько интересных фактов. Когда Селим был шахзаде, никто не рожал Селиму наследников, так как Хюрем хотела, чтобы первый мальчик был от Нурбану. Женщина была главной в гареме шахзаде. Только когда Селим стал султаном, Нурбану заменила Михримах. Давайте порассуждаем с вами в комментариях. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте пальчики вверх и не забывайте нажимать на колокольчик. С нами будет еще интереснее.